Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Толяныч, и сегодня решил снять для вас сюжет, посвященный Ютубу. Что именно хочу вам сегодня рассказать? Хочу рассказать, как скачать видео с Ютуба. Почему это интересно и важно? Потому что мы все смотрим видео в Ютубе, и некоторое видео нам нравится, и мы хотим его как бы смотреть снова и снова, и независимо от наличия интернета. Поэтому такое видео лучше всего скачать к себе на компьютер и смотреть его в любое время. Итак, что необходимо, чтобы скачать видео с YouTube? Заходим на YouTube. Я думаю, вы знаете, как туда зайти. У нас такой вот адрес имеется. YouTube.com. Заходим на YouTube, выбираете, какое вам нравится видео. Например, выберу первое попавшееся видео. Вот у нас видео. Видео про самые дорогие крутые тачки. Оно мне, допустим, понравилось. Я хочу его скачать. И что же нам необходимо для этого сделать? Сейчас вам покажу. У всех есть в браузере такая строчка, в которой пишутся названия сайтов. Здесь просто перед словом YouTube необходимо ввести всего лишь две буквы. Две буквы S английские. Сейчас введем их. И вот вы можете увидеть, вот такой вид имеет ссылочка. Нажимаете кнопку Enter. И, в общем, перебрасывает нас из YouTube на вот такой вот сайт под названием Save From Net. Здесь он дает возможность скачать видео к вам на компьютер. Есть два варианта, в общем, можете увидеть. Первый, он предлагает скачать программу, которая будет помогать вам в браузере в любое время скачивать видео из разных источников. Будет выглядеть примерно таким вот образом. То есть вот оно показывает, что у вас будет после установки программы, будет вот такая вот кнопочка прямо в YouTube. И будет показано, что вы можете его скачать. Просто необходимо будет нажимать эту кнопку и можете качать видео с YouTube. Ну, мы пойдем более простым способом. Я ничего устанавливать не буду. Я не сильно любитель скачивать чего-либо с YouTube. Просто смотрю, запоминаю, делаю ссылки себе. Но, тем не менее, есть любители, допустим, видеоклипов. Им будет интересна эта опция. Итак, чтобы скачать без установки программы, просто нажмите вот ссылочку «Скачать без установки». Нажимаем, пошла загрузка. Дальше вы можете увидеть, что здесь выбирается качество скачивания. Вот, допустим, максимальное качество у нас 720p доступно. Ну и, соответственно, необходимо просто нажать кнопочку зеленую «Скачать». Нажимаем скачать. Спасибо, нам говорят. Мы ничего устанавливать не будем, закрываем просто и ждем, что у нас произошло. У нас вот, как видите, пошла загрузка и видео уже загружено на компьютер. Далее необходимо просто нажимаем и посмотрим, что же у нас получилось. Вот, действительно, можете увидеть, у нас уже скачался этот видеоклип у нас на компьютере. Попробуем включить его. Так.
Запускаем видео и бинго. Наше видео на компьютере закрылось в простом видеоплеере. Я использую медиаплеер Classic. Попозже сниму сюжет, вам расскажу и об этом. Ну и в общем, результат налицо. Скорость интернета позволила скачать это видео буквально за считанные секунды. Оно занимает примерно 115 мегабайт. И вот теперь вы можете наслаждаться им в любое время, прямо со своего компьютера или другого какого-то устройства, на которое вы запишете это видео. Всем спасибо за просмотр. Если что-то вам вдруг непонятно, задавайте вопросы. Но я думаю, это видео будет подоступнее всех остальных, которые уже сняты, посвящены этой проблематике. С вами был Толяныч. Всем спасибо за внимание и удачного дня вам!